Всем привет, дорогие мои друзья, хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру «Спецназ против зомби». Ну что же, мы с вами остановились, на 11 уровне. В принципе, тут осталось-то совсем немножко. И мы пройдем дальше. Так, надо здесь, естественно, я уж думал, что-то попутал. Нет, все нормально, ребята, давайте смотреть, что нам здесь достанется. 2500 монет, это хорошо. Снайпер нам достается, пояс, СВДшечка, дробовик, карабин, ботиночки. Так, Г-17С, дробовик и, короче, УЗИ. Последняя карта, это пистолет. В принципе, неплохо. Так, у нас с вами звездочек вообще нет, оказывается, а? Вот это вот печалька, грусть моя. Ладно, ничего страшного, ребята, нам осталось всего лишь один жетон получить, и у нас будет 8 уровень, поэтому я думаю, что пора рискнуть. Ой, я еще как представлю вот эти вот ночной и кошмар. Я, кстати, в кошмаре ни разу не был, ребята, я даже не представляю, что здесь, блин, будет происходить. А интересно, смотрите, почему мне сразу со второго уровня даются доступ, а не с первого? Давайте хотя бы просто посмотрим, я думаю, что никто не будет против. Сейчас будем отгребать с вами. Ах, ну да, конечно. Он у меня получил уровень. Мы же в той серии на улучшение поставили его, но не успели. А можем еще улучшить? Ё-моё, как он мне дорого обходится. Ну это понятно, что улучшаем мы его. А мне нужно еще улучшить оружие для него. А ну-ка, ого. Оу. Урон 200. Давай, конечно, сделаем. А у этого сколько урон? 106. Так, а еще... Нет, по-моему, больше мы не сможем. Да, больше не сможем. Мы можем только вот это железо 10 килограмм улучшать. Но зачем? Незачем. Так, а СВДшечка у нас как там? Что вы мне скажете? Могу... Так, здесь нужен уровень 6. Я могу снайпера, наверное, улучшить, скорее всего. Сейчас мы проверим. Да, 3200. Ладно, была не была. Снайпер нам тоже пригодится. Вы прекрасно видели, что он вытворяет. Поэтому вложенные в него бабосики, как говорится, пойдут только нам на пользу. И СВДшечка, давай-ка, сколько надо? 1000? С удовольствием. С удовольствием, с превеликим. А здесь сколько? 1500. А у меня, по-моему, нет уже, да? Есть? Оу. Сколько же это у меня? Урон 118, дистанция 1200. Ну, естественно, один патрон, скорость атаки 2 и время перезарядки 2 секунды. 2 секунды, я надеюсь же. Ладно, ребятушки, шутки в сторону, у нас кошмар начинается. Поэтому пойдемте, будем смотреть, как Рэйчик будет отгребать здесь по полной программе. Просто уже предчувствую это. Так, ну что мы с вами возьмем? Я не знаю, дробовик мне, наверное, здесь не нужен, хотя фиг его знает. И вот это вот тоже однозначно нам не нужно. Потому что здесь у нас обычные зомби, эти шахтеры, ну и обычные голодранцы. Так, кого же тогда нам взять? А может быть вот это посмотреть, а, ребят? Давайте возьму на всякий случай. Хотя бы заценим. И штурмовика, наверное, возьмем. Давай, пускай будет штурмовик еще у нас. Все, ребят, я иду. Ох, страхово мне что-то. Так, раз, два, три, четыре, пять. Пять ячеек мне дали, где я могу стоять. Так, ждем. Ой, они, по-моему... А чего так бы... Эй! Они чересчур быстро бегут. Вот что я вам скажу, ребят. Ну, ладно. Хорошо, мы их встретим. Ой-ой-ой-ой, они еще помимо этого довольно крепкие. Очень крепкие, ребята. Выходи. Давай, снайпера, быстрее. Какая-то жесть тут творится, а. О-хо-хо-хо-хо. Ребят, ну вы прекрасно увидели, к чему это все привело. Это обычные зомби, самые первые. Просто разорвали моих прокачанных юнитов. Нет, так дело не пойдет. Я не буду больше этого терпеть. И поэтому отправляемся с вами в торговый центр. 11 уровень нас ждет. Но здесь, естественно, нам придется все с вами поменять. Так, это остается, но возьмем мы с вами, да,
вот эту вот фигнюшку, отряд химической защиты. Потому что, ну, вы сами знаете, тут у нас уже кислота идет, и без него нам никуда. Но где эти голодранцы? Я жду. Где пойдут? Раз, раз, два, три, четыре. Ну, конечно же. Так, ладно, здесь пока ничего. Ой! Ой-ой-ой-ой-ой! Ребят, я, по-моему, немножко оплошал, нет? Не, успел. Успел-таки я. Фу! А вот это мне не нравится. Идет вот эта вот мразь, заморозка. А ну-ка. Сейчас попробуем. Да давай ты! А, молодец, так справился. Не подходить к снайперу! Снайпер, давай, бомби ты уже. Так, вот эту... Ой! Да что ж такое-то, ребята? Ну, вот она невнимательность моя. Да где деньги-то? Золото где? Сейчас пробьет же. Нехватка! Иди отсюда, а. Нервируешь. Так, заморозка, давай. Ой, тут и шопоголик уже пошел. Двоих сразу. Нахедшотил. Давай, 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 давай. Быстрее, быстрее. Тут идет этот голодранец, он мне не нравится. Шопоголика. Естественно, нужно сносить. Есть, есть, ребята, небольшой шанс, что мы здесь все-таки сможем простоять. Чуть-чуть хотя бы. Ну, я же вызвал тебя, вызвал. Что ты не идешь? Шопоголиков сносим. Причем, ребята, уже достаточно одного выстрела, чтобы она упала. Раньше надо было два делать. Первый был выстрел, она теряла свою авоську. А второй выстрел, она уже, как говорится, сама бежала. Ага, вот он что делает, смотрите. Он заморозил. Да-да, ребята, заморозил моего солдата. Ну, через определенное время он, конечно, отходит, но все равно это достаточно долго. Вау-вау-вау-вау, штурмовик-то там раздухарился у меня. А вот, ребята, и волна. Долгожданная волна пошла. Так, надо быть начеку. Кто тут у нас? Нате двоих сразу. Давай-ка сюда. Слушай, ты достал уже замораживать-то, а? Ха-ха-ха. Любитель заморозок, блин. Так, иди отсюда, шопоголик. Ага, смотрите, ребят. Не всегда это, ребята, прокатывает. Приходится и по два разика стрелять, чтобы накумарить ее. А вот если мы возьмем с вами двух снайперов, вы сами знаете, что это будет. Это будет Алис Гуд. Для нас и для них всех тоже будет Алис. Вот, ребята, долгожданный восьмой уровень. Зергут. Погнали дальше. Поднялись на ранг выше, получили деньги. Денег у нас мало, кстати, очень мало. Ух, так, ну мы поставили здесь на активацию, да? Ящики растут у нас, растут, прибавляются. И еще на один есть. На один есть место. Все, ребят, давайте-ка дальше мы с вами. Купите предмет. Не хоть. Ой! Не-не-не-не-не-не-не. Не надо мне никаких предметов со скидками. Вот снайперку бы завершить. Сколько тут? Ого, 7 звезд. Слишком как-то жирно, я считаю. О, ребят, смотрите-ка, у нас здесь заморозка, бухарик пришел, красотка, ну и обычные зомбари. Я думаю, мы их нахлобучим без проблем. Знаете, у меня сейчас в голову пришла одна идея. Усилить нам этого штурмовика, согласитесь, он, по-моему, неплохо так бомбит. И был бы, наверное, от этого толк. Причем даже очень хороший. Ну, так, отлично, давай, беги. Так, нам нужно расчищать вначале те места, где идут зомбари. Это, конечно же, в первую очередь. Ты посмотри, что он делал. Он просто заморозил и жрет его, жрет. А мой просто... Ну, хорошо, что он промахивается. Так что мы вот так вот, пожалуй, с вами сделаем. Штурмовик, как говорится, нам в помощь. Так, вот это надо убрать. Слушайте, да и радиус поражения у штурмовика очень и очень крут. Да давай быстрее, мне же нужно, видишь, идет вон там пришибленный этот заморозчик. Его же нужно накумарить. Опа, как это он прошел? Ой-ой-ой-ой, как он умудрился пробежать, я что-то не понял. Да чтоб тебе, смотри, вон уже бухарик ползет. Ой, ёшечки. Ребят, по-моему, мы тут встряли с вами. Мне почему-то так кажется. Наверное, не справились. Справились, справились чудом каким-то прям. Но мне нужен снайпер. В обязательном порядке.
Потому что он только сможет вот этого вот бухарика снести. Так, давай выбегаем. Да сколько же вас тут прет-то, а? Несчастные вы. Штурмовик, давай стреляй. Ты, кстати, да, можем за счет него выкрутиться. Он же, смотрите, стреляет далеко. Отлично. Что-то я как-то об этом не подумал раньше-то. Да-да-да, именно его ставим. Ой, волна, 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 ребята. Ой, больно сейчас как будет. Так, собираем быстрее все, что здесь нам выпадает. Ай, падают мои. Вот, вот, ребята, пришел и снайпер у нас. Иди отсюда, что будет мне бросаться своей ересью. Черт подери, тут полный расколбас, ребята. Полный просто расколбас. Давай вот этого попробуем накрыть. Оп, ты смотри-ка, как он крепкий, а. Я его не смог сразу пробить, смотри. Оп, только со второй попыточки. Ладно, и этого мелкого хмыря есть. Фу, ребят, конечно, было немножко опасно, но мы выдержали. Опять же, очень мало денег. Получили всего лишь один жетон. Ну, на ранг выше поднялись. Ладно. Новый спецназовец. Ох ты, это собака-ищейка. Собирает выпавшие монеты. Также может обнаружить дополнительные ресурсы. Обучена и не атакует зомби из риска заражения. А, все, понятно, ребята. Но, в принципе, я думаю, что это будет хороший юнит, поэтому мы, наверное, возьмем. Возьмем, только вот вместо кого. Ух, штурмовик неплохо себе показал, мне он понравился. Ладно, здесь, пожалуй, мы не будем брать собаку, потому что вот здесь вот этот вот зомбарь, который меня нервирует, если честно. И он здесь нам не нужен. Заберем-ка с вами достижение. Вот так, отлично. 3 звезды, полностью выполненное задание. 10 звездочек получили, это шикарно. Ну что же, отправляемся с вами дальше. И у нас 13 уровень, осталось всего лишь, получается, 2. 13, 14 и 15. Ну, я этот уже не считаю, потому что мы якобы его уже прошли. Это я так авансом навскидку. Хотя, ребят, сами знаете, что ничего здесь не может быть на 100% уверенно. Так, ладно, хорошо. Идет, идет сверху. Ну, сверху мы, ребят, вот так вот сделаем. Хе-хе-хе. Отгреб... О, а почему так быстро-то? Эй! Снайпер, давай, ты мне нужен. Выходи. Будем с тобой сейчас чекрыжить вон того вон. Иди отсюда. Ай, спецназовец у меня попал в эту токсическую лужу. Давай, иди, вычищай. Быстрее, 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 беги. Ага, пока все хорошо, ребята. Нет, нехорошо. Очень даже нехорошо. У меня вот тут-то нету никого. Да иди ты лужу эту вычищай, господи. Стои там. Так, погоди, еще один прет. Еще один. На-ка тебе. Блин, побежали у нас, ребята, шапоголики. Накрываем их сразу же. Надо все эти лужи зачищать сразу же, ребята. Не пойму, иногда сразу падают, иногда не сразу. Так, в луже стоит у меня. Ой-ой-ой, как их много идет. Давай быстренько нахлобучивать их. Давай-давай, этого тоже. Эть, успел бросить. Ладно, зачистка пошла. Я думаю, что сюда пора, ребят, нам выставить. Вот так вот. Пускай стреляет. Что такое? Блин, в луже. Когда они умудряются... Ага, я просто не успеваю, ребята, просмотреть это дело и... За этого страдают мои маленькие солдатики. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, как вас много. Иди отсюда. Не подбил. Как ни странно. Блин, да волна, ё-моё. Давай лужу чисти, она сама по себе не исчезнет. Да, ребята, не исчезнет, поэтому приходится постоянно это дело контролировать. Нет, не позволю. Ой-ой-ой, по-моему, тут что-то сейчас будет. Пробьют, пробьют, да? Да, не могут пробить. Шапоголики. Чистим. Тут нам тоже надо чистить, ребята. Ой-ой-ой, куда это, куда это, куда это, куда эта говнюха пошла? Эй, где монеты?
Давай быстренько ее попробуем накумарить. Снайпер! Да что ж такое-то, а? Фух! Да, ребята, повезло, грубо говоря. Я одного не могу понять, как они могут пройти через моих спецназовцев. Неужели, когда они замороженные, в этот момент зомбари могут просто-напросто просочиться, как привидение, через них? Новый зомби, ага. Вы посмотрите, кто это у нас. Зомби-босс. Зомби на мотороллере с мощной атакой, после которой становится медлительным. Вот, как говорится, не было печали. Нам подсовывают очередного зомбаря. Так, давайте-ка я открою этот ящик. Ага, хорошо. Так, дробовик. Винтовка снайперская и пояс. СВ-98. Это какая-то новая у нас, ребята, снайперская винтовочка появилась. Ох, елки-палки, будет очень и очень ужасно здесь и страшно. А могу ли я взять новую винтовку себе? Вот что меня сейчас... Да давай завершим, в конце концов. Стоит там, пыхтит. Ну-ка, ну-ка, можем, да? По-моему, можем. Так, у нее урон 125, а у нашей 118. Подожди-ка, экипировать могу? Могу. И не то, что могу, ребята, а и нужно это делать. 131. Ха-ха. 131 урона, а здесь у нас 118. Естественно, ребята, эта пушечка просто на высоте. Интересно, что нужно? А, 7 уровень. А он у меня какого? Блин, 3-го только. А что нужно? Так, уровень бойца слишком мал. Ну, понятное дело. Улучшить, 1.5. Ага, сказали, нет денег, ребята. Иди отсюда, подальше. Типа, во свояси. Хорошо, меня в принципе сейчас вот устраивает. Собаку здесь нет смысла брать. Ух, будет жестко. Блин, вот если бы мне еще бы два вот этих вот слотика открыть, 139 рублей. Я, наверное, не выдержу, я открою, ребят. Ну не хватает, вот элементарно. Вот я бы сейчас бы взял бы себе собачку с удовольствием, вот честно скажу. И взял бы какую-нибудь или бомбу, или мину. Одно из двух. А сколько здесь? 590. Вот это уже вот... Вот это уже наценочка. Ладно, ребят, потом посмотрим. Если нам будет уж вообще, как говорится, жарко-худо, мы, наверное, все-таки приобретем. Ну, а пока... Фух, 14 уровень, торговый центр, вперед. Ну, где эти охламоны? Ой, блин, как меня вот эти вот лужи нервируют. Давай вот здесь, наверное, с тобой зачистку сделаем. Так, идет один зомбарик. Мы его, естественно, сейчас будем нахлобучивать. Давай-ка здесь пока подчистим. Вот так вот. Тут обязательно тоже лужу надо убрать. Нагадили, понимаешь, да? А нам убирай. И вот это убираем. Так, сверху уже, ребята, бежит бухарик, как вы видите. Но мы сделаем, ребята, хитро с вами. Вот он сейчас подойдет вот сюда вот, и я выставлю своего прутка, или как его там, железа. Вот, смотрите, сейчас мы его и нахлобучим. Пускай он там хоть забросается своими бутылками. Хе-хе, обманул я его просто-напросто, вот и все. Тактический ход. Блин, ну тут еще один прет. Где снайпер? Мне нужен мой снайперок. Блин. Черт, не хватает совсем. Во, вот он, ребята, вот он мой снайпер. Ого. Уже? Так быстро? Ты посмотри, что тут, что он делает? Надо срочно, ребята, их уничтожать. Я не знаю, как его сделать-то тут? Как ему нахлобучить? Сколько по нему нужно стрелять? Ой-ой-ой, пробиваются. Смотрите, что происходит, ребят. Одного накрыл. Так, далеко ли эти говнюки тут собрались? Оу. Тут-то я как-то просмотрел, ребята, это дело. Да пошел ты отсюда, ты уже достал, в самом деле. Так, нужен еще один снайпер. Готов. Так, вот этот вот нервирует. Блин, они тут все нервируют меня. Да на ты. Ох, сейчас волна пойдет. Ох, пойдет, ребята, волна. Готов. Промазали.
Да что такое-то? Готов. Давай-ка вот этого попробуем. Так, они пробивают. Пробивают, ребята, мою оборону. Готов. Ой, здесь-то что? Лужа. Кто нагадил, я спрашиваю. Нет, не пройдете, говнюки. Да пошел ты там, стреляешь. Нет, нужна все-таки, ребят, собака. Я не успеваю и собирать монетки, и отстреливаться. Нужна псина. Я даже знаю, место кого возьмем. Место штурмовика. Ух. Так, ладно. Ребята, было напряженно, но мы с вами двигаемся дальше. И торговый центр у нас последняя, 15-я миссия здесь. И мы с вами перейдем уже на другую локацию. Так, убираю штурмовика, ставлю собачку. Улучшить я ее не могу, но пускай пока так. Сколько она? 55 монеток стоит. В принципе, не так уж и дорого. Поехали! Ох, сейчас будем с вами пыхтеть. Тут будут все сливки зомбарского общества. И будет довольно-таки жестко все. Так, идет и заморозка, сейчас будут и замораживать нас, и все, что, блин, душе пожелаешь, короче. Или наоборот, не пожелаешь. Да-да-да, го-го-го, поэтому давай-давай, быстрее. Собачка, ты будешь собирать? Что-то не собирает она нифига. Почему ты не собираешь, интересно, как ты прошел? Так, пруд, пруд, пруд. Давай, иди сюда, прутик. Зашибись, собаку просто откумарили. Моментально. Ой-ой-ой-ой-ой. Идут, идут. Вот эти вот гады. Ладно, будем делать, ребята, с вами. О чем будем? Не будем мы здесь ничего делать. По-хитрому не получится. Ох, сейчас мы тут будем с вами отгребать. По полной, причем программе. Я, честно говоря, не понял, ребята, смысла в собаке. Ну да, стоит. Ну ничего она не делает, а написано было, что она должна собирать материалы. Не увидел я этого. Давай еще раз посмотрим. Да куда ты? Волна уже бежит, я еще ничего не успел здесь сделать. Печалька. Ты посмотри, что тут сейчас будет происходить. Ребята, вы... Оу! Жесть. Да, просто какая-то жесть. Нереал. Все, прошла. Фу-фу-фу. Хорошо. Покинуть уровень, да. Давай тогда, я не знаю, ребят, с собакой я лопухнулся. Поэтому я ее убираю. И ставлю так, штурмовик, сколько у него? Урон 20, что-то маловато как-то. А здесь 18, ну это еще не лучше. Так, хорошо. Давай собачку берем. Вот это вот мы сделаем. В чем же прикол собаки-то, я не могу понять. Обнаруживает дополнительные ресурсы. Собирает выпавшие монеты. Не увидел я, если честно, чтобы она собирала. Все странно. Хорошо, ребята, давайте продолжать. Нам нужно в любом случае этот уровень пройти. Во что бы то ни стало. Так, делаем здесь зачистку. Вот они вот нервируют. Кстати, может быть, нам... ставить спецназовцам, который вот у нас будет впереди, разморозку ускоренную. Как вариант. Давай здесь чисти. Да как ты можешь проходить-то? Я не понимаю вот этого. Накумарили. Давай. Ай, надо было, блин, снайпера брать. Че ж я... Куда ты там разогнался, а? Давай, 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 мне нужны... Мне нужны монеты. Где монеты-то, ё-моё? Ай, опять неправильно, ребята, сыграли мы с вами. И за это сейчас поплатимся. С этой стороны вообще никого нету у нас. Да. Шопоголики эти. Надо делать, ребята, на первые... Вот эти вот, которые у нас будут стоять в первых рядах, разморозку. Сейчас мы с вами и сделаем. Так, покинуть уровень, да, покинуть. Короче. Да не надо мне ничего. Где же, вот. Им нужно здесь поставить, вот. Разморозочку. Экипировать.
Хотя и защита им нужна, но фиг с ним. Лучше уж вот так вот, потому что они их замораживают. Мы только что в этом убедились, и это очень плохо на нас сказывается. Так, улучшить можем мы еще? Можем, только не хватает у нас денег. Так, ладно, теперь давай посмотрим, что у нас у снайпера. Что мы можем ему поставить? Уровень 5. Экипируем. Так, хорошо. Вот этим ребятам что мы можем поставить? Ботинки. Зачем нам ботинки, кто скажет, а? Что они делают вообще? Время подготовки. Не вижу никакого в этом толка. Лучше мы поставим броню. Вот так вот. И кто у нас последний? Вот эти. Ну, а им тут, как я понимаю, ничего поставить нельзя. Так, вот здесь у нас ничего нету. Пояс уменьшает время перезарядки. И все, что ли? Ну, хорошо, давай время перезарядки экипировать. Была не была, ребята, погнали дальше. Конечно, мне бы улучшить их было бы. В 100 раз лучше бы тогда прошли бы. Кислота прям под ногами. Давай, давай, давай. Ай, как долго, ай, как долго. Ну, давай, давай, ну. Вот так вот, пошел. Куда, сюда идет? Хорошо, здесь мы расчистим и сразу же выставляем солдата. Так, здесь тоже расчищаем. Давай, давай, прут, ты мне нужен. Нет, мне нужен снайпер, ребята. Вот так вот. Я думаю, так оно будет эффективней. Так, шапоголик, иди отсюда. Стоит там. Еще одного минус. А, нет, не минус. Вот так, хорошо. Пока идем вроде бы неплохо, ребят. Ха, двоих сразу, отлично просто. Вот она, заморозка, начинает морозить. Шапоголикам здесь не место. Блин, мне нужен второй снайпер. Второй снайпер, не справляюсь я с одним. Ух, волна. Готовимся, ребята, к волне. Давай, 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 все деньги, ресурсы. Так, вот он идет. Бинго, попал. Так, погоди, снайпер еще один готов у меня. Оу, тихо, тихо, так не пойдет. Бухарик, отвали, а. Он слишком далеко стоит, ребят, я до него не достаю, вот в чем проблема. Да пошли вы отсюда, а. Ну-ну-ну-ну-ну. Монетки наши. Так, надо кислоту, ребята, здесь подчистить. Достал он там уже, а? Буянить. Давай еще одного снайпера, наверное, вызовем. Вот так вот. И начнем зачистку. Так. Оу-оу-оу-оу, тихо-тихо. Готов. Пошел отсюда. Погоди-ка, не надо мне ломать. Ломать-то мне не надо здесь ворота, хламон. Еще волна, что ли? Да ладно. А не жирно ли будет-то? Сразу две волны. Так. Так, отлично. А это, смотри, жрет, а? Уже жрет. И еще снайпера. Оу. Ребята, опасность. Очень большая опасность. Хорош замораживать уже. Фу, мне даже... Я даже не знаю, на кого, ребята, тут надо реагировать. Давай попробуем вот так вот сделать. Готов. Почему так долго перезаряжаетесь? Вроде бы все показано, но нет зарядов. Фу! Ребята, отлично, мы справились здесь. Мы прошли. Мне же дыхание, блин, замерло. Отпустило. Новый зомби. Зомби-сварщик. Похоже, он обратился во время работы. Носит сварочную маску, которая хорошо защищает от пуль.
Так, теперь у зомби, ребята, появились танки. Давай, конечно, открывать ящик. Ну, дали, конечно, монет на смех курам. Так, аптечка и L1. Все. Так, ребята, мы с вами переходим на новую территорию, которая называется фабрика. Ох ты, фабрика, фабрика. Я даже боюсь представить, что нас там будет поджидать. Но посмотреть, я думаю, один уровень стоит, да? Давайте, ребята, заглянем, как говорится, и посмотрим одним глазком. Сварщик, это, конечно, плохо. То есть мы будем по нему стрелять. Даже если у меня будет и снайпер по нему попадать, ему будет пофиг. Так, хорошо, начинается у нас с одной волны, с одной дорожки. Ждем. Что это такое? Что-то я не понял. Это что такое-то? Слушай. Ага. Мы должны теперь сломать это все, да? Для того, чтобы пройти. Зашибись. И там зомбарь еще сидел. Круто. Что я могу сказать? Усложняется, ребята, игра с каждым уровнем, с каждой секундой нашей игры. Поэтому, кстати, здесь я думаю, что не будет уже вот этих вот плевальщиков. Поэтому вот этого можно убрать. Химзащиту нашу, да? Ты посмотри, какие эти ящики крепкие. Я думаю, будет намного все быстрее. Нет. Не можем их пробить. Так, давай, давай, давай. Потихонечку, побыстрее, ну. Да сколько их тут, а? Достали уже, на самом деле. Нет, можно было бы, конечно, сделать, наверное, вот так, ребята. Проверим. Отлично. Снайпер работает, как всегда, очень хорошо и жестко. И грубо даже. И метко. Обожаю я снайпера. Полюбил, так скажем, за последние уровни. Иди отсюда. Вот и все, волне... А, нет, волна. Бам, просто троих с выстрела. Блин, вот ему бы... Ага, вот они, ребята. Да, действительно, сварщики держат удар. Причем довольно хорошо держат. Но если они от пуль защищены, то я думаю, что против бойцов-то они не очень хороши. Да, бойцы их рвут. Ну что же, поздравляю нас. Все прошло на высоте. Ну что ж, дорогие мои друзья, давайте, наверное, я на этой ноте буду завершать этот видосик. Всем большое спасибо за просмотр. Мы обязательно с вами продолжим играть эту игру в следующей, как говорится, серии. Ну, а на этом все. Всем пока и удачи. До скорого, ребят.